Химках провели всероссийскую акцию «Библионочь». Для химчан организовали тематические мастер-классы, экскурсии, книжные выставки и многое другое. Умная библиотека уже третий год подряд принимает участие в всероссийской акции «Библионочь». В этом году акция посвящена у нас, объединена общей темой, темой семьи, так как в этом году в России этот год объявлен годом семьи. И основная тема – это чтение всей семьей. В умной библиотеке прошла лекция на актуальную тему «Счастливая семья, миф или реальность», которую провела Алена Одинцова, дипломированный психолог, психоаналитик и международный коуч. Эта тема довольно-таки значимая, потому что, к сожалению, к большому сожалению, никого из нас в школах, в детских садах не обучают психологии, не обучают тому, как правильно выстраивать взаимоотношения, как проходить конфликты. Я считаю безумно важным и ценным донести то, с чем мы сталкиваемся прям буквально на каждодневной основе. Химчане окунулись и в загадочный мир театра теней. Тем, кто пришел на «Библионочь», показали сказку «Легенда о кукурузе». Это история о том, как на территории Мексики появилось это популярное злаковое растение. Мероприятие, как идея, несло в себе цель объединить культуру испаноязычных стран и культуру России вместе и показать это все с помощью легенды о кукурузе. Запомнилось химчанам и прочтение сказки под аккомпанемент необычного музыкального инструмента – ханга. Чарующие мелодии звучали в исполнении Ольги Боровиковой. Ханг – молодой музыкальный инструмент, появившийся в 2000 году. Его называют космической летающей тарелкой благодаря форме и необычному звучанию. Ежегодная всероссийская акция «Библионочь» проходит уже в 13-й раз и, как обычно, собирает на своих площадках любителей чтения, культуры и творчества. Елена Тараненко, Вильфрид Демковский. Новости Химки ТВ.